Доброго здоровья! Разобрал я источник бесперебойного питания, вынул аккумулятор. Все это лежит в разобранном виде. Вот в таком. Сейчас я подготовлю тут место и попробую собрать с аккумулятором или без аккумулятора. Вообще-то вот этим, что я сейчас делаю, заниматься не следует. Заниматься этим не следует. Ай-ля-ля-ля-ля. Ай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Собрать надо все это, дабы оно просто не валялось. Слева и справа. А дальний путь, куда иду, я не знаю. Та-ра-ра-ра-ра. Так что отсюда все это просто выдвигается. Выдвигается. Так, это у нас вот так. Надо бы вспомнить, что ж тут такого, тра-ля-ля, ла-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 
На-на-на-на-на-на. Та-на-на-на-на-на-на-на. Та-ра-да-та-ра-да-ди-да. Ну что тут? Та-ра-на-на-на. Так, это я не отсоединял. Это тут у нас что-то перекручено. Та-ра-ра-на-на. Ага. Это надо вот так. Ладно. Подсоединить. Это вроде тут. Тут. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а
если мы это вот так вот вставляем. Вставляем это так. Ага, так. Дабы шлейф не был тянуть. Ах, ты,
Вспоминается в связи с закручиванием винтов, ну, такой неприятный эпизод из жизни своей. Как-то отец что-то меня попросил, мне было лет 7, наверное, ну, 7-9, примерно так, что-то там закрутить. А я особо никогда не крутил, начал что-то крутить, не попадаю. А он: «Ой, ё-моё, крутить не можешь!» Как-то, знаете, вместо того, чтобы как-то, ну, сказать, надо ж покрутить, позаниматься, чтобы уметь. А он тут меня, знаете, так вот, я не умеха. Как-то, знаете, остался вот этот осадок вот мне. 67 лет, а я его продолжаю помнить. Всегда мы помним то, что как-то было несправедливо. Научили бы, а потом бы спрашивали, а то должен, мол, сам крутить. Вот я сам и кручу педали. Так. Время. Время 10 часов 11 минут. И знаете что? Хотелось бы, так сказать, до конца вставить аккумулятор и включить его. Все ли я собрал так, как надо? Либо же. Блин, никаких этих нету. Либо я что-то тут напортачил. Мощная вообще штука. Хорошая ПС.
Поэтому я сейчас попробую уставить этот самый аккумулятор тут старый. И мы с вами сделаем пробный пуск, так сказать. То есть это у нас вот так отсоединялось. А это что-то у нас не прикручивается. Хотя должны быть болтики отседова должны они быть. Болтики должны быть отседова, но они что-то они не это. Не крутятся. Какие-то одноразовые, видать. Болтики одноразовые. Слева и справа. Чистое небо. Ну что? Забабабаха. Сейчас. Главная цель была. Так. Это было вот так. Насколько я понимаю? Ну вот, видите, как хорошо идет. Просто замечательно идет. А, так фонарик был. Нам нужен был. Вот это, по-моему, черный должен быть вот здесь. Так, как тут? Как тут? Тут все просто. Опа, и все. Ну, понимают. Штуку раз. А эта штука должна быть вот так. Глаз. И просто-напросто это все вот так вот. Это липко. Вот так вот задвинулось. Насколько я понял. Вот это все задвинулось. И все. Так. Значит, вот здесь вот у нас. Отлично. Должно бы вот это все за это. Воодушевлять, поощрять, направлять на разного рода дела. А могут подавлять. Выставлять, так сказать, в нехорошем свете. Раз. Тут не попали.
Куда иду, я не знаю. Главное, цела голова. Ать два левой, ать два правой. Ай-ла-ла-ли-ла-ла-ла-ла. О! Та-ра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Та-ра-ла-ла-ла. Та-ла-ла-ли-та-ра-та-та. Хотя у меня тут есть болтики есть. Ну ладно, это мы сделаем немножечко после. В принципе, одна запчасть. И смотрите, вот они защелочки. И вот они защелочки. То есть, все тут получается чики-пуки. Ай-яй-яй-яй, что ж это камера перестала работать? Ну, у меня там есть, можно попробовать другие. Так, вот надо запчасть. Собрал я по памяти, никуда не глядя. Теперь смотрите, вот эти вот защелочки у нас раз-раз-раз. Этот шлейфик так. То есть все должно защелкнуться у нас. Аккуратненько так, раз. Ва! Угу. Ну, примерно так. Как бы так. Как бы так. О! Смотри, работает. А? Мастер? Ёханый бабай.